Всем привет! У меня кончился кондиционер для белья. Я решила его сделать и запишу на видео, как я его делаю. Нам понадобится вода обычная, из-под крана. Уксус, кондиционер для волос. Уксус 9%. Любой кондиционер, бальзам для волос. Какой-нибудь с нейтральным запахом или лучше вообще без запаха. И любое эфирное масло. Это... не обязательно, можно добавлять, можно нет. Если у вас кондиционер сильно пахнет, то можно и не добавлять. Ну, я беру специально такой, как бы, не очень сильно пахнущий, чтобы добавить эфирки. Значит, воды нам понадобится 6 чашек. У меня вот такие вот. Ну, можно мерить как бы частями, 6 частей. То есть я буду называть частей. Я мерю вот такими чашечками. 6 частей воды. 3 части уксуса. Уксус должен быть белый и 9%. И 2 чашки кондиционера для волос. Несколько капель эфирного масла. Берем кастрюльку и начинаем лить воду. Раз. Два. Я беру обычную воду холодную. 4, 5, 6. Теперь уксус. Наливаем уксус. Уксуса много. 3 чашки. У меня такие стаканчики. 3 штуки. Если брать вот такие чашечки небольшие, не полные причем, то уходит как раз целая бутылка вот такая. Здесь 500 мл уксуса. Поставим немножко кастрюльку на нагрев, чтобы она у нас тут лучше перемешалась. И наливаю кондиционер. Я открутила крышку прямо вот туда, чтобы нам отмерить. Наливаю кондиционер для волос. Вот такая красота. Мне немного не хватило. Я думаю, тут надо бы чуть-чуть подбавить кондиционер. Ну, в общем, где-то тоже 500 мл. Ну, мерите частями. То есть кондиционеры 2 части. То есть 2 вот таких вот моих чашечки. Сейчас я тут все перемешаю. И пускай немного погреется. Берем ложечку и начинаем мешать. Сильно не взбаламучивать, иначе пену поднимется. Надо перемешать все до однородного примерно состояния. У меня такой кондиционер получился, ну, для волос, вернее, тот, что я добавляла, такой цветочный у него запах. Я вот даже уже сомневаюсь, пойдет ли мне здесь эфирное масло танжерина. Может, тут мне какой-нибудь лучше жасмин добавить или ланг-ланг. Что-то тоже цветочное. Ну вот, смотрите, примерно все однородно. Все, можно выключить газ. Ну вот это вот ничего страшного. Потому что мы перельем потом это все в бутылки. И как следует стрясти можно будет внутри бутылки. К тому же не страшно, что пена поднимется. Она потом осядет. Я передумала, решила добавить отдушку косметическую. Ландыш. Это отдушка для... используется для маловарения, приготовления различной домашней косметики. Специализированных магазинах продается она. Ну, можно использовать, как говорю, эфирные масла, но у меня есть одушка, поэтому я добавлю одушку. Несколько капель. Добавляем. Но это по желанию, можно не добавлять. Ну и хватит. Все, перемешаем и разливаем по бутылкам. Вот и все. Вот такие 2 пузыречка у нас получилось. Кондиционеры для белья. Подпишу второй. Потрясти в бутылке уже можно. Там вот пенка, вот видите, она немножко осядет, это не важно.
Зато он как бы там перемешается в бутылке, не будет никаких неперемешанных шлепков кондиционера для волос, который. Все, стирайте на здоровье. Всем спасибо, что посмотрели. До свидания.